get your mind to slow this secret. Чего ты хочешь? Чего ты хочешь? Откуда взялся зверь? А почему ты спрашиваешь об этом меня? Я слышал, ведьмы разбираются в магии. Ты прав. Но о звере мне мало что известно. Хотя я знаю, кто мог бы тебе помочь. Кто? Парнишка по имени Альвин. Он сильный исток. И к тому же прорицатель. Он обладает знаниями, которые нам никогда не постигнуть. До тех пор, пока он не выпьет одно из моих зелий. Это для него не опасно? Нет причин для беспокойства. Принеси мне лепестки 5 цветов игольчатого мирта, и тогда ты получишь ответы на все свои вопросы. Мирт растет на окраинах деревни. Если ты не разбираешься в травах, я могу предоставить тебе книгу о них за определенную цену. Я принес лепестки игольчатого мирта. Отлично! Теперь приготовим зелье. И как же оно готовится? Интересуешься тайнами ведьм? Я расскажу тебе рецепт, если поклянешься забрать его с собой в могилу. Клянусь. Наклонись поближе, слушай. Смешиваешь 2 унции трупного яда с горстью лепестков игольчатого мирта. Произносишь свое имя наоборот и 3 раза оборачиваешься через левое плечо. Плюешь в огонь и еще раз перемешиваешь зелье. Запутанно. Я всегда знала, что магия ведьмы слишком сложна для мужчин. Дай мне 2 минуты, и я закончу с зельем. До встречи. Чего ты? Преподобный считает, что именно ты вызвала зверя. А что считаешь ты? Пока ничего. Хочу услышать твою версию. Ха, я здесь абсолютно ни при чем. Чего? Зелье уже готово? Да, Альвин, выпей это. И не ныть. Оно горькое. Я сказала не ныть. А теперь говорим. Абигайл, мне страшно. Зачем они содрали шкуру со щенка? Он был такой ласковый. Он никого не трогал. А девчонка на окраине города кричала так ужасно, нечеловечески. Плохие дети, снова мучаете щенка ведьмы? Останетесь сегодня без ужина.
Кровь невинных. Кровь братьев. Мужчины смеются. Женщины кричат. Злые лица, искаженные алкоголем и похотью. Натяни ее как следует. Покажи ей, что ты настоящий мужик. Золото. Золото и кровь. Рождается зверь! Смерть. Страшный суд. Кто заслужил жизнь? Кто умрет? Однажды зверь уже умер. Он не боится смерти. Он и есть сама смерть. Как ты собираешься победить людскую низость, охотник за чудовищами? Мечом? Ты, кто однажды погиб, но все еще бродит в мире живых. Скажи мне, кто виноват? Кто меня вызвал? Достаточно. Это может плохо кончиться. Абигайл, разбуди его. Как скажешь. Силой семи сфер покинь его тело. Взываю к тебе, изыди. Я хочу спать, Абигайл. Геральт, до тебя сюда приходил другой ведьмак, Беренгар. Он оставил эти записи. Возможно, они помогут тебе. Спасибо, до встречи. С таким вооружением я бы держалась подальше от стражника. Замечательно. Очень надеюсь, мы еще как-нибудь... Смотри, чтоб тебя не... Приветствую тебя, странник. Первое доброе слово, которое я слышу в этих местах. Мне нравятся путешественники. Один из них осыпал меня цветами. Спрячь это. Я такая умная. Нет.
Да. Где моя кошка? Это скучно. Тяжело на службе. Я в такие игры не играю. Я уж подумала. Ведьмак? Я-то думала, весь ваш род повыгнали. Позор! Может, от тебя. Я совсем не из тех, про кого ты подумал. Альвин шалопай, но он мне нравится. Я уж подумала, что ты один из этих городских бандитов. С таким... Привет. Первое. Мне на... Спасибо. Красивые цветы. Хотя я предпочитаю тюльпаны. Они мне напоминают о чудесных днях. Где ты их видела последний раз? Цвели в одном саду в предместье. Тяжело на службе. Зверь снова нанес удар. Не зверь, призраки, что ему служат. Гончие? Будь прокляты эти собаки. Именно. Их называют баргестами. Да как бы их ни звали, надеюсь, мне с ними встретиться никогда не придется. Я... Да.
слишком много работаю. Лекарша ученая. А одевается как? Вот ведь шляпа. С таким вооружением я бы держалась подальше от стражника. Я знаю, откуда появился зверь. Мои подозрения верны? Эта ведьма призвала его? Зверя призвала людская злоба. В этой деревне творились очень злые дела. Чтобы сразить зверя, я должен сперва обличить виновных. В твоих словах есть мудрость. Когда овца отбилась от стада, хороший пастырь должен привести ее обратно на путь праведный. Или овцы его станут поживой для волков. Я узнаю все, что смогу, чтобы обороть зверя. Я должен собрать всех жителей. Вот твоя награда, ведьмак. 200 оринов. Я сделал все, о чем ты просил. Где находится логово Саламандр? Ты прибыл вовремя. Иди в трактир. Там обустроились несколько бандитов из Саламандр. Они прячутся в старом доме трактирщика. У Олафа будет ключ. И ведьмак. Да? Ничего. Да осветит твою душу вечный огонь. Лучше пусть все сидят по домам. Я не хочу, чтобы пострадали случайные прохожие. Нет, оставь меня в покое. У, голубка наша, проворкуй нам другую песенку. Убери от меня руки, болван. Да, она храбрая, это здорово. А давай сделаем то же, что и с Микулой. Помнишь его девочку, Ильзу? Отличная была, наверещала так как, а? А это кто? Ты тоже новенький? Он тебе, небось, тоже сказал ждать здесь.
Ну давай развлечемся с этой цыпочкой, пока начальник за нами не прислал кого. Так уж вышло, что эта дама под моей защитой. Поэтому никто из вас не тронет ее. Вот значит как. Мы решили повеселиться, и никто нас не остановит. Даже так? Пришла твоя сына. Геральт, ты появился как раз вовремя. Ты в порядке? Теперь да. Они застали меня врасплох, и я не успела убежать, как остальные. Они убили трактирщика. Больше они уже никому не повредят. У тебя быстрый меч. Я отправляюсь в Изиму, надеюсь, мы встретимся там снова. Давай я тебя провожу. Эти дороги опасны. Не беспокойся обо мне, когда саламандры бегают на воле. Я подожду тебя здесь. И когда ты надерешь им задницы, добавь еще разок покрепче за меня. Конечно. Я вернусь за тобой, Шани. Я буду здесь. Корчмарь. Надо проверить, что в карманах. Эй, друг, а дань кто будет платить? Какую дань? Грег, слыхал? Он говорит, какую дань? Да детей же, идиотина. Дайте мне пройти. Ну уж нет, плати дань, тогда пройдешь. В таком случае поговорим иначе. Умри здесь. Ты смеешь бросать вызов саламандрам? Oh!
Умри, дерьмонёк! Знакомые ящики. Так этот ублюдок торгует саламандрами. Я давно тебя жду, деревенский живодер из службы очистки. Твоим людям пришлось пострадать перед смертью. У тебя есть кое-что, принадлежащее мне. Неправда. Ты же, как и твой предшественник, работаешь на убийц и насильников. Где Беренгар? Этот болван сбежал. Но во время нашей короткой встречи он был более разговорчив, чем ты. Неудивительно. Азар Явет может быть очень убедительным. Кто такой Азар Явет? Он самый главный. И он могучий маг. Не чита тебе. Посмотрим. Храбрости тебе не занимать, ведьмачок. Посмотрим, как ты запоешь, когда Азар до тебя доберется. Убийцы? Ода, это вшивота деревенская. Пришел сюда, чтобы научиться убивать воинов. Мы ему сказали, что такому жалкому пьянице, как он, остается только мечтать о бое с настоящим воином. Хватит болтать, пора переходить к делу. Стой! У нас нет того, что ты ищешь. Здесь ничего нет. Они отправили все прямо на нашу базу в Изиме. Тебе же хуже. А теперь потанцуем! Все вместе! Сдохни, ублюдок! Смеешь бросать вызов Саламандру? Отлично ты с мечом управляешься! Альвин, а ты как здесь оказался? Преподобный отправил меня в заброшенный дом. Сказал, меня там будут ждать. Ах, он, ну Я рад, что с тобой все в порядке. Я слышал, как они говорили, что нас отведут в Изиму. В Изиму. Именно туда я и отправлюсь на поиски Саламандры. Дети, идите за мной. Надо выбираться из этой пещеры. Вот здесь стена, похоже, тонкая. Можно попытаться ее сломать. Попробуем. Thank you.
Ты ко мне? Можно один вопрос? Что, Белый Волк? Ты ко мне? Можно один вопрос? Что? Я хочу вернуться. Зачем ты здесь, ведьмак? Чем занимаешься, ведьма? Колдую. А что? Слишком много дыма и вони от твоего колдовства. Сильные ингредиенты нужны для могущественных заклинаний. Достаточно могущественных для целой деревни. Для чего? Выгляни на улицу. Видишь разъяренную толпу с факелами? Они пришли за мной. «Жечь ведьму!» — кричат они. «Она вызвала зверя! Я вынуждена защищаться!» Люди сами вызвали зверя своей безнравственностью. Меня это не удивляет. Микула, благородный стражник у ворот, он изнасиловал девушку по имени Ильза. Она покончила с собой. Ты продала ей яд. Пьяница Ода убил собственного брата из-за денег. Преподобный выгнал свою дочь, когда она забеременела. Теперь она торгует с собой в Изиме. Харин выдал стражникам белку за горсть золотых. Ты знала обо всем этом и ничего не сделала. С какой стати мне что-то делать? Они мои клиенты. Они отдают свое золото за яды, приворотные зелья и прочие снадобья. Не мое дело, как они их используют. Теперь понятно, почему зверь охотится за вами. Я должен разоблачить виновных. Оставайся здесь, я поговорю с ними на улице. Геральт, не позволяй им причинить мне вред. Если бы ты знал меня ближе, ты бы понял, что мои грехи не так велики, как они говорят. Правда? Проверь сам, если хочешь. Мы здесь одни, и у нас масса времени. Твоя красота бросается в глаза, Абигейл. Я бы с радостью узнал тебя поближе. Thank you.
сжечь любовницу дьявола! Пусть сдохнет в мучениях, сука! Мы знаем, что ведьма прячется внутри. Выводи ее, пусть вечный огонь поглотит ее грешное тело, и мы избавимся от зверя. Не так быстро. Мы должны судить ее по справедливости. Эта сука разрушила мою жизнь, требовала золота, а потом грозила проклясть меня. Она заколдовала моего брата. Она хотела забрать его вместе со всем его золотом. Мой брат отверг ее, и тогда она его убила. Она заколдовала меня дьявольским колдовством, подчинила себе мои руки и убила его. О, мерзость! О, коварство! Я нашел в ее хижине куклу, похожую на тебя. Мне до сих пор это снится. Мой брат работал в поле. О, ужас! Ее колдовство сотворило убийство! Она заслужила... заслужила смерть! Твой брат был воином, а ты просто пьяница. Как бы ты смог убить его, если только не во сне? Зачем ты слушаешь его, преподобный? Он мутант, выродок, ведьмак! Каковы твои обвинения, Харрен? Он может спасти нас от заклятий ведьмы. Она меня сделала говенкаром. Она обещала отдаться мне, если я помогу с Коэтаэлем. Я ненавижу нелюдей, но я торговал с ними. И нажил отличную прибыль. Золото — это еще не все. Есть еще принципы, которые нельзя нарушать. Ты торгуешь с бандитами, которые крадут детей. Я не верю ни одному слову из того, что ты говоришь. Ты принял решение, ведьмак? Что ты думаешь, преподобный? Ведьма использовала Одо и Харина для своих черных дел. Она отравила Ильзу. Микула изнасиловал Ильзу, которая затем покончила с собой. Абигайл не одна из нас. Она должна была убраться отсюда давным-давно. Но она предпочла остаться, чтобы отомстить нам за свою чуждость, за злую судьбу, которая постигла ее. Она использовала свои дьявольские чары, чтобы подчинить себе этих простых людей. Она призвала зверя. Вот в чем правда. Заткнись, ублюдок. Ты привел эту свору подлецов, а значит, ты не мог не знать, что они продают детей саламандрам. Знал про убийство и изнасилование. Плевал я на тебя. Вы здесь все одинаково виновны. Ты об этом пожалеешь. Я забираю Абигайл. Расходитесь по домам. От зари времен женщина — корень всякого лиха. Это орудие хаоса строит козни против рода людского. Женщина влекома лишь похотью. Ради своих влечений, противных природе, она демонам охотно служит. Сжечь грязную ведьму! Никто никого не сожжет. Люди! Они ничего не сделают, пока мы вместе! Разве? Пшел вон, ведьмак! Оставь ведьму! А ты попробуй, Кмет. Пошел прочь, мразь! У вас два варианта. Ждать моего ухода и убить Абигайл. Но я вернусь. Я вырежу тут все, что движется, каждого вшивого кмета. Или попробуйте жить достойно, в согласии с совестью. Выбирайте. Спасибо, Геральт. Идем, займемся зверем.
От зари времен! Yeah.
Это была твоя последняя ошибка. Должен... На вас двоих у меня хватит сил. Фома! Навилы его! Фома!
Благодарю тебя, Геральт. Что бы со мной стало, если бы не ты? Я искренне рада, что ты мне поверил. Кем бы я был, если бы я тебе не поверил? Спасибо, дорогой. Прощай. Геральт, с тобой все в порядке? Я так волновалась. Все хорошо. Я расскажу тебе все, что произошло по дороге в Изиму. В этой деревне меня больше ничего не держит. Меня тоже. Идем. Надеюсь, мне никогда не придется возвращаться. Не могу поверить, как невообразимо много подлецов тут живет. Времена нынче нелегкие, Геральт. Войны, чума. Я знаю. И все равно их низость поразительна. Знаешь, откуда появился зверь? Нет. Они сами, того не ведая, создали его своими преступлениями. Подозреваю, что и могущественный колдун не справился бы лучше. И все, что им понадобилось, была ненависть, подлость, алчность и заносчивость. Звучит похоже на волшебную сказку. В каждой сказке есть доля правды. Пойдем. Изима ждет нас. Thank you.
За этими воротами вы зим. Я надеюсь, сюда мы больше никогда не вернемся. Я тоже. Зверь мертв, саламандры мертвы. И крестьяне заодно. Очень смешно. Мой пропуск должен убедить Микулу впустить нас. Пошли. Идем. Нам надо убираться отсюда. Гер, поговори со стражником. Нам надо убираться отсюда. Ага. У меня есть пропуск. Впусти меня в Изиму. Я хочу сказать... Мне очень жаль. Прости меня, ведьмак. Извинись перед Ильзой. Милстар, сержант! Тот ведьмак! Я о нем говорил! Кто у нас здесь? Это он нам нужен? Да, милстар, сержант! Ведьмак! Грязный выродок! Богохульник и фальсификатор! Он спрашивал, кого пускают в город, потом пришел с этим пропуском от ордена. Он рыцарь ордена? Тогда я принцесса Анда! Выпустите меня! Я не виновен! Эй, тюремщик, ну хоть переведи! Ну не хочу я с политическими! Можно паршивить! Я честный вор! Выпустите! Заткни пасть! Я занят! Юс, тише! Хочешь моей смерти? Этот вор мешает! Вот-вот, вор! А сижу с политическими. Заткнись, сказал! Не ори! Или мамой клянусь, я тебе поганый рот заткну. Прелестно, черт побери. Что, не нравится, белый? Нарываешься, что ли? Ну-ка, руки так, чтобы я их видел. Юс, открой камеру. Боишься? Обделался? Покажи, белый, что можешь. Назад. Что за... Ты дерешься или нет? Профессор, на выход. Свободен. Ирония судьбы. Мы вновь рядом. Так близко и далеко. Не сердись, ведьмак, мы встретимся, верь мне. Вы ошибаетесь, это убийца. Ты не понял законов этого мира. Ты генетически созданный убийца, которому в мире нет места. Но с этим мы разберемся позже. До встречи! Буду ждать.